смотрите. Сегодня мы сделали бутылок анти-эйдж. Покажи. Я как бы не молодею. Я хочу кататься. Эва, помахай. Гонщица. Оооо, Николь. Грубо. Ну рассказывайте, девочки. И доброе-доброе утро. Мы уже проснулись, уже покупались, умылись. Сейчас я буду, Вова пока одевается, я буду быстро краситься, и мы едем в Кауфланд закупаться. Девочки наши остаются дома, они будут снидать спокойно. И потом мы поедем на картинг. На картинг. Лица счастливые, да, папа? Как я говорила, показываю фирму, где работаю. Вот. Вот это их. А, мы уже дома, уже закупились. Эмочка, ты где? Смотрите, на картинг! Я так долго дождала. Так, мы с папой закупились. Стандартно. Сколько? 110 у нас в этом. В Кауфланде получилось. 30 в русском магазине. И 30 евро в Росмансе. Ну, нам заканчиваются таблетки для посудомойки, закончилось гели для душа, шампуни позаканчивались. И сегодня мы сдали бутылок на 12,50. А, кстати, денежки. 55. Денежки. Да. Вот. И взяли с собой все. Нюхай моего сука, нюхай мои... О, ты руки мыла? Да. Да, девочкам купили в туалет, как оно называется? Мыло. Мыло для рук. Так, вы для картинга взяли все? Да. Надо а ты? Мыло четвертое. А. У тебя в пакетике там, где лежало это, в шарфе. Я смотрела, но я не додумалась, что я знаю, что там лежит шарф, который тебя подарила бабушка Ира. Угу. Да, мы купили, девочка, сейчас покажу. Вот всю такую штучку. А теперь да, что мои ручки. Там очень удобно. Да, очень-очень удобно. Завтра буду убирать ванной, мыть все. Еще я себе купила вот такие капсулки анти-эйдж. Покажи. Я как бы не молодею. Да, вони щось там до євріка стоїли. Потім крем для лица. У мене було цю фірми піптідна сироватка. Ну тут я не бачила. Ну, я за це другі знайшла, так що треба буде ще раз взяти. І взяла ось таку сироватку від Ісана. Q10. Ну, коротше, вона теж типу як ліфтинг там туди-сюди. Да, купили такий гель для душа. Новий? Це дівчатам. Шампунь. Шампунь. І ще один шампунь. Кондиціонер. Шампунь. Кондиціонер. І ще таку взяли серію, ну, таку іменно шампунь для блондинок. А для тебе? І тобі вона теж підходить. Блондинка. Да, блондинка. Те, так що там купили малинку, була якраз малинка по акції, ну її вже немає. Завяжи. Там осталося буквально три штучки. 4-5. Все, ми одягаємося, виходимо. Сьогодні дзвонять, а розбору продуктів не буде. Слушайте, I'm 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эльф. Я тоже, кстати, когда быстро считаю, потому что я эльф пропускаю, говорю, сразу цвёрт. Так. Все, выдвигаемся. Озываемся, выдвигаемся. Так, мы же сели в машину, тут мы купили. Мы завтра до Кэти едем. Для Дейзи снеки купили. И Кэти чай. Мне даже понравился. Ну и тут наши снеки. Девочки уже в машине. Папе оставила дверь открытую, чтобы не закрыли.
И еще? Я хочу кататься. Я хочу кататься. Понятное дело, что ты хочешь кататься. Девочки, сегодня выспались? Да. Эмма единственное, что сделала, она поставила себе будильник на планшет. Чего, спрашивается, фиг его знает. Короче, Эмма, выключи будильник, Эмма. Я сегодня вдела сережечки, колечко. Еле, кстати, кольцо одела, блин, я такая отекшая была, это просто капец. Папа сейчас настраивает маршрут, куда нам ехать. Мы через Google карты сегодня едем. Угу. Да. Едем покорять. Пятиком. Папа тоже хочет покататься. Папа хочет, да. Папа хочет с Николь наконец-то оторваться. Да, Зирка, сегодня буду кататься на более скоростном картинге. Да? Угу. Да, а... Ну и сегодня же первый раз Эмма наша будет ездить. Это будет интересно. Да, это будет... Если она будет делать так, как она говорит, то она не будет ездить одна. Она говорит, мне, если мне будет страшно, я буду делать так. Я говорю, так не спасет тебя. Спасет. Не спасет. Нельзя руль отпускать, ты что? Что, с детьми уехала? Нет. Блин, у нас приехали ж внуки до соседки. Да, скакали вчера. А Николь говорила, вони и сьогодні теж на них там кричали. Все, как к стенке. Ну, діти, що ви. Это... Да. Пу-пу-пу-пу. Все, ехаем мы. Наконец-то мы выбрались. Последний раз там были в мае месяце, по-моему, да? Ого. За недельки три до Эмкиного дня рождения. И опять мы выбираемся, наконец-то, в путь. Так, и что вы себе понимаете в путешествиях? Что это? Крейсер, да? Да. С откидной крышей. И просто-напросто одни чемоданы выйдут. Такое ощущение, что чемоданы за рулем. Да, чемоданы за рулем. Это сейчас новенькие. Девочки сели на картинге. Впереди Николь, сзади мама. А где-то там сзади, вон видно, на первом картинге Эмма. Довольно-таки неплохо ездит, я вам скажу. Тормоза не жмет, едет по стенам, но едет. Зато первое место заняла, у меня есть в руке лист за прошлый круг. Эмма, помахай. Гонщица. Николь понеслась. А вот и мама. Эмма самая первая. Несется. Уже самое последнее. Ну ничего, научится. Будущая гонщица. Где вторая гонщица будущая? Вон сзади несется. Что они сдают позиции сегодня? Вот, мама обгоняет Николь на финишной прямой.
борьба, борьба, борьба. Ох, обогнал. Нет, не обогнал еще. Мама, мама, Ширика берет. И мама в итоге первая. Оу, Николь, грубо. Вот Эмма первая уже едет тоже. Эмма, еще у нее тебя за время. Минута 30. Молодец. Кончится, Эмма едет. Шлем больше, чем Эмма в два раза. Ну рассказывайте, девочки. Ничего. Я вижу, что... Мама, хочешь на красном попробовать? Я не хочу. Но я он... с этими хрустиками не знаю. Да, блин, просто они ломают все, все это. Я вижу, что мне начинают все обгонять. Я начинаю... Ой, кстати, я не могла выжать вообще со своего, она постоянно был в пол. Постоянно мне надо было. Бывает такое, да. Я вообще не могла выжать. Я такая, так, все, на поворотах я не останавливаюсь, просто жму на педаль и поворачиваю. В итоге меня чуть из-за этого три раза не вытянуло, но я 11. Молодцы. Пацану, рассказывай, как тебе понравилось? А ну покажи, как ты ездила. А ну, сядь, сядь, сядь. Покажи. Нет, не так. Не так, не так. Ты врешь. Ты врешь. Ты вот так ездила. Да. Вот так. Она не жала на тормоза ни разу. У меня тормоза это стены. Поехали. И короче, это я вижу, Эмма едет. Слева. Я вижу, Эмма едет с левой стороны. Я решила проехать быстренько. Тут Эмма начала резко въезжать на правую сторону. И, короче, она в меня врезалась. Ой, я на тебе возразила. Классно вообще. Ты спишь? Кресло стоит 369 евро. Я тут оставлю, посплю. Кстати, в этом, в Юске. Все, одеяло 60 евро, ну блин, це 112 евро. Эмочка уже возле зеркала, то что ей надо. Это мне надо. Да, тебе надо. Что? Все, еще одна. Давай. Давай, давай, давай. Так, подушка 50 евро. Но нам надо подушка поменьше, да? Да, все. Угу. 55 евро все. Це пухові. 35. А, йдемо по убиванню. 20. Шути, Ема. Ми знайшли, ну, короче, ще одне. Непонятно. Якісь непонятне, да. Це столовка, типу, да? Короче, тут картинг. Тут вони розстраюються. Строять. Ну, це електростанція. Короче, тут картинг. Тут квадрики. Тут закриті вечеринки можна робити. Там такі фан. Фан парк Мепен, да. Це на території старого завода, там бачите, воно труба є. Зрозуміло, що там було? Знаєте, по деках?
так, а що далі, куди далі? Ну, краще, там можна по оцим этим колдобинам, блін, кататися на квадриках. Там не катаються. Так, а чому ми туди йдемо? Ну так, глянемо ще собі назад. Да. Дідиць, яке небо красиве, просто сказка. А, воно несуться там, я чую по звуку. А ще ось десь машина. Тут... Настоящий болід, так. Да. Болід. Болід Формула-1, так. Да. Там уже якийсь старий, коротше, вже. А? А? Ой. Потом девочка, еще мальчик и потом аж Вова. Николь всех держит, походу, гарненько. И пытается погнать, но не получается. А, не, все, обогнали, Николь. Папу нашего занесло. Ага, Николь под 6-м номером, Вова под 22-м. Зірка, як пройшло твоє катання на тяжелих... 15 лошадей. Так, да, 15 лошадей. То, що ми перед цим каталися, вони... По 9. По 9 були. Так? Да? Угу. Ти ж не почувствувала прирост? А тепер ми їдемо... Так, я почувствувала. Я постійно боялась нажимати на этот. На розгон. А тепер ми їдемо в Кеті. Так, да, Ема. В 1500 мільйонний раз ми їдемо в Кеті. Щоб не щоб... У меня тоже почти как у папы получилось один раз этот сильно руль завернуть. Да не, то тормозами ты в тебе выкручиваешь. По да? Подается. У меня, короче, когда сильно руль закружляют, то меня переворачивает. Ну понятно, ты. Так очень классно, намного круче, чем там. Тебе очень-очень страшно бы, если ты перевернулась. А зеленка сейчас, ну? Нет. Не знаю, может, там машина ты слышал выезжает. На улице там бахнуло. Не. Это меня подбили. А, не. Да, меня подбили. И, короче, эта тетя, она объехала, она меня подбила. Я улетела в стенку, она поехала. Дядя мне типа кул. Я ему вот это показываю кул. Он сказал туда дальше едь. Угу. Я такая, без проблем. Да, тут такие, конечно, пожестче будут. Дядя хаос. Тут еще можно на квадриках кататься, на 4 на 4, да, потом... Правильно сказала. Там много чего. Там много чего, да. Раньше это, до ковида, это, походу, было очень популярное место, там такие развлечения интересные. Да. Можно было целый день, кучу денег и целый день. Да, ну сколько одно катание на этом стоило? Блин, даже не знаю, сколько я заплатил. 68, это там мы заплатили. Там, еще мы это за первый раз мы 68 заплатили. 20 с чем-то тут заплатили. А тут 20 с чем-то? Ну, надо подавиться. И, кстати, дешевле брать 20 минут. Они ну, взяли... 2 по 10, да. 2 по 10, да. А так везде дешевле. Ну, только там, я не знаю, там просто одинарное катание. А так мы во Франции, когда ездили, то ты берешь 1-10 минут, ну, одну сессию, две сессии, три. Три сессии дешевле всего. Ну, там, круче. Кстати, уже по третьему кругу после нас зашли ну, так, кататься. Можно там покупать несколько сессий, так дешевле. Ну, чё б нет? Вместо того, чтобы бухать, мы поехали на карту, покатались. Весело, так классно, адреналинчик, да. Жалко, единственное, что для Эммы немає. Угу. Ну, там є, видно, що дітки були катались, ну, що діткам можна було кататися, а так, ну, реально, там дітям взагалі нічого немає. Ну, так. Да. Ну, видать, нету спросу. Зараз от покоління, яке зараз приїжджало толпою кататися. Ну, це ті самі діти, які були несколько років назад. Так, да, лет через 5 будуть у вас зі своїми дітьми приїжджати. Ну, вряд ли. Бачиш, в Германії вони поздно рожають, поздно це... Так що не скоро.
Не за що нікусь. Так, їдемо ми до Кеті, бо нам уже просто промили, проїли мозги. Це просверлила вона мозг. Просверлила, да, проїла кофейною ложечкою о том, що вона хоче до Кеті. Вона хоче до Кеті. Побрати какашки у коней, почистити і почесати по це. Да, і потім покататися на доні. І покататися на доні, да. А, Ратока учить, що А я буду кататься тоже до дна, на дно. Я буду ухаживать только за Холли. Ты Холли косички плетешь, да? Да. Я очень люблю Ра и Дону. Дона, она очень спокойно любит детей, а Ра, он такой... Ну, потому что он еще такой молодой хлопчик. Он такой, типа, что ты пришла? Я хочу есть, иди. А мама? Иди звідси. Дона, это мама. Иди звідси, розбійник. Дона – это мама. Мама Ра. Нет. Ой, мама цього донора. Она? Ну, Ра. Ра? Ра – это мальчик, мама. Ну да, Николь, Дона – это мать Ра, который донор. Да, а Холли – это другая вообще. Это другая погода, порода. Да, то больше понячки такие. Это мини-конь. Так, до Кеті нам їхати 39 кілометрів. Все, мене спіймав. Їдемо. Ми купили чай Грінфілд. Ящик. Упаковку на 100 штук. І Дейзі вкусняшки. А, ну я ж показувала. І Дольфа Дейзі. Там є ще Фло. Так, і Фло теж. Да, девочки соскучились за собачками, собачки тоже за ними соскучились. Вони їх за полтора місяця приучили к тому, що вони їх утром виходять вигулюють, вечором виходять вигулюють, з ними бігають, скачуть, да? А тут вже повернулися. А тут, да, тут ми вже живемо 2 місяці тут і собак не вигулюємо. Ну, так ми у них коли оставалися ночувати, коли Кеті уїжджала в Лондон, да, і ще кудись вони їздили. А на цей зоопарк, да. То ми у них оставались ночувати і гуляли, звісно, з собаками. Так що, да. А ще ось почалися за котами, особливо за Пумкою. За Пуми? Так. Ага. Це і Пума тут ближче з проти. Він постійно з нами ходить. А це який? Майя? Ні, немає, чорненька. Майю, кстати, не бачив, Феткет, так. Да. Блін, вона така смішна. Просто. Смішнюся. Це сестричка нам, да? Баді, так? Да? Так. Да. Кеті 5 котів. Майя нам подарки приносила. Так, да, а Майя дівчатам подарки, ну не подарки, вона їх приносила, їм приносила поїсти, мишку. Так, да, вона їх так сильно полюбила. Звісно, я ж не спала в дні. Вона принесла крису. Буде поворачувати, мабуть. Не крису, а мишку. Сіжає, так. Да. Вона нам мишку подарила. Да, мишку принесла. Я запищала за рахом. Да. Папа! Ой, едем. Эмочка, ты дождалась своей лошадки? Не надо против шерсти только гладить. Хорошо? А ну посмотри на меня. Все, уже спать не хочешь? Да. Так. Мы дома. Уже давно дома. Ми, кстати, заїхали в Мапані, зайшли, вірні, в Юск і купили в Юске коврик мені. Коврик. Щоб ви розуміли, коврику один день. В итоге тут вже всякі трещини. На ньому Ема. На ньому сок, він вже корвом. Ема, це качество таке. Ну, цена потрібна. Це качество. Ема, по суті, поміновала. Ема не виновата. Да, да. В общем, да. Ми вже вдома, ми заїжджали до Кеті. Дівчатки трошки там погладили, почухали. Так люди йдуть. Почухали коней. І ми поїхали домой, да, Ема? Да! Що ти, коли тебе сказали, що мені не давало тебе? Так, Ема розплакалась опять.
потому что мы едем домой. Причем очень рано уехали. Причем очень рано по ее меркам. Да. Ну, мы завтра приедем. Мы завтра приедем опять. Завтра мы будем... Хочем... Ну да, мы завтра вообще поедем. Мы будем дивиться формулу 1. Будем дивиться формулу 1. И... Так, сейчас еще бежит говорить. Нет. Промолчит. Ой, тут на русском разговаривать. Да. Короче, мы дома будем отдыхать. Собрала уже стирку. Стала буду стирать. Потому что завтра мне уже на работу. Так быстро время пришло. Мы сегодня целый день прогуляли на картингах. Мы были в Мепені. Первый раз, кстати, мы были там. Мені, кстати, з Мепена приходила оця інфекційна бумажечка. Ну що, я проходила тренінг по інфекціям для роботи. І да, будемо відпочивати. Всім спасибо за просмотр, спасибо, що ви з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока-пока!